Требует способность помощь с оружием. Вначале прямо. А что здесь такое? Что-то здесь возникло. Вдруг. Ладно.
Maulit kang plato. Maulit ka, Maya. Это на 6 секунд после сотворения энергетического шара. 200 крон энергетического шара, 30 шанс двойного взрыва. 40 скорострельности в течение 6 секунд после убийства врага, пораженного эффектом стихии.
есть врага, пораженного ветром стихии. 80 крон от огня. Так. А использовать их нельзя. Понять. Поняли. Что там у нас? Пятнадцать крон от стихий за каждого ближайшего врага. Ответный удар после получения урона. Все выстрелы становятся критическими на 3 секунды. Так, два комплекта. Ну, это непонятно что. Так. Всё, здесь ничего интересного больше нет. Поехали. Зарехали.
Здоровья 96. Получить медики. Потерять здоровье. Улучшить отдать 180. Набрал. Отдать 170.
есть. Там ничего нет. Да, там ничего нет. Нет. А иначе свалимся и все. Будем считать, что ничего нет. Так. Это у нас особый снаряд. После 100% множитель чуда. 300 к множителю критического урона при первом выстреле после перезарядки. После убийства врага есть 25% шанс пополнить половину снарядов. Скорости полной перезарядки. Да. 722. Ой, урон. Так. Так. Это. Так, сейчас посмотрим, как у нас здесь дела. Аренда. Так, у нас сет. Оружие 2. Оружие 1. Крикун. Так, это укрыться на здоровье совсем нет, вообще нет здоровья никакого. Здоровье не улучшается, мягко говоря.
блядь, убить чего-то такое. Это у нас типа... Так. Со здоровьем так плохо. Мне бы нужно какую-нибудь булочку. Ничего не осталось. Живых никто не остался из нас. Пожертвовать жизнью. Ага. Добраться в религию, отдать слияние стихий, получить оккультный свиток. Оккультный свиток. А что это? Слияние стихий это что? Деньги – универсальное решение. Отдать 184 и получить оккультный свиток. Так. Хорошо бы какой-нибудь пирожок найти.
Nu e scenariu atât. Era joc scușo. Cât de bine. Era joc. Jocam ca mie. Ну, а ты чё здесь стоишь, болезный? Пулемёт. Бешеная акула. И радуга. Это обычные снаряды. 50 к шансу. Чего там? 50 к шансу удачного выстрела. Сверлит автонаводящимися на врага лучом автонаводящимся. Навык оружия — создание метки, на которую будет наводиться луч. 50% к шансу удачного выстрела для следующего после убийства противника выстрела. Так, 40% к скорости перезарядки. Но это не актуально. А, нет, обычный снаряд нормально. Их много. Так, после убийства врага есть 25% шанс пополнить половину снарядов. Бешеная акула. После убийства врага есть 20% не пополнить половину снаряда. Да. 50% шанс убить врага с последующим взрывом, наносящим урон от коррозии. 50% к скорости полной перезарядки. 55%. Вот это вот. Множитель критического 4 выстрелов, 428, магазин 42. 42 это... Магазин 80, урон 111, множитель 4. Так.
Прошу мне эти малые гранаты, не срок полно, откажусь. Очень придержался. Так, инвентарь. Нет, вот так. Обычные снаряды, что-то они вообще их не бывает. Как синенькие валяются и желтенькие. Да. Какой я. Не гастропы. Обычные.
патрона на каждый шестой выстрел эффект сбрасывается при перезарядке. Корону от оружия при выстреле после сотворения энергетического шара. 50 урона противникам рядом с целью. 120 корон огня огнем слияние ожога и взрыва удваивает урон. 400 корон энергетического шара, 30 шанс двойного взрыва. А, так это уже... А, это последнее. Так, последнее улучшение по... Так, это полна коробочка, это тоже. Так.
души. Да. Это можно потратить на всякие штучки. Вот, улучшение здоровья, улучшение счета. 25 максимального счета. Непоколебимое поле. Увеличение времени до смерти, в течение которого можно принять помощь. А при чем тут помощь-то? Для этого в команде надо быть. 20 максимального счета. Канал поставки. Увеличение количества снарядов всех трех. Ужас. Ужас. Да, я бегу. Бегу. Бегу я. Всем пока. До новых встреч в эфире.